Give me that thing right now! No need to deny, I want it. You think you would go this long? Oh! You messing with a tough hombre! That is beyond the pale. I'm a grown-ass man, Jackie. Ain't no thing. Damn! Look the fuck out. You just got your monkey ass. Теперь я самостоятельный. Поздравьте меня. О, красава, пацан, поздравляем. На! Вы что делаете? За что? Не трожьте мои деньги. Твой друг сам же говорил, что нужно быть самостоятельным. Все правильно, братан, он тебе говорил, получается. Ты же теперь самостоятельный. На тебя наступиться особо и некому, правильно? Поэтому все, привыкай к самостоятельной жизни. Пошли. Пипец, ну и что теперь делать? Я остался совсем один на улице, без денег и телефона. У кого такие пушки? Ай-яй-яй-яй-яй! Я полимончиком угощу! Господин грабитель, угощайтесь! Ух ты! Вот спасибо! Сладкий какой! Я такой никогда не ел! Наверное, особый сорт! Ну, наконец-то ушли, задавили все, ну что, только неделю заходит, просто брали, хоть бы принесли что-нибудь, пока я читал, уже покушать захотелось. Так, чего тут у нас? Блин, мам, в холодильнике опять пусто, не слышит, походу. Цены взять. Никакой каши, ну сколько можно, сынок, нельзя это прям пусто. Даже пословица есть, капля каши убивает лошадь. Вот, блин, строгая все-таки у меня мама. Ну и что, что овсянка вредная, зато вкусная. Тем более, от одной тарелки... Ни стыда, ни совести. Второй раз уже за день грабить. У меня от вас уже голова болит. Ой, мадам, извините за беспокойство. Мы даже там соседей оставляли. Вот, возьмите печатную квартиру. Они отдыхать уехали. На две недели мне оставили. Ой, спасибо. Мам, туда телек собрел. Так.
дела. Возьмите денежки. А, нет, спасибо. У меня много. Ну, возьмите деньги. С утра сижу здесь, на холоде раздаю. Живот. Неадекватный дядь какой-то. Сказал же, не нужно мне деньги. Своих нет надевать. Эх, жалко мне этих людей. Тело... Контра и ГТА мозги развивают. От своей учебы вообще дебилом станешь. Блин, ненавижу, ненавижу, ненавижу этот ком. Как же он меня достал. Фу, противное какое. Как у горло вылетали в охоте. Сынок, срочно собирай вещи, что это такое. А что случилось-то, мам? Только что звонили из военкомата, тебя в армию забирают. Ура, вот это край, офигенная новость. Армия и тюрьма, конечно, но тоже отлично. Эх, все как я мечтал. Обожаю параллельные вселенные. Ну а пока я радуюсь, что меня скоро заберут в армию, у тебя есть время подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, которые входят у нас очень часто. Пока! Волк, отдайте, пожалуйста, мой гироборд. Держи, балабол. Паша! Send some more out, make it a fair fight!